Всем приветик! Сегодня почему? Вы спросите, я и там не снимаю. Поиграем, как обычно. Ну, потому что София Лобода вернулась на свой канал. Да, вернулась. И сегодня мы будем делать разбор на ее канал. Ведь я на льва уже сделал, или не на льва, а на Артема Кости Босс. Прошло время ее канала. Блин, ну, новое видео. Что-то не такое, как обычное. Пожалуйста, подписчики, кто меня смотрит сейчас. Короче, ну подпишитесь на меня, пожалуйста. Я сейчас в реальной жизни пританцовываю даже. Окей, у меня понятно, ничего. У меня 75 подписчиков. Давайте я добавлю уже солдушку. Видите, ну бля, было не такое время уж, что я хотел уже забрасывать канал. Это было вообще очень... Короче, пишите в комментариях, что что-то. Все, просто я мог переходить на ваш канал. Это просто нечего смотреть. Я могу просто идти на видео, потому что иногда мне не нравится. Ну а теперь, возможно, я буду почаще видео снимать. Потому что мне становится уже... Ну и я завалил из-за этого будет еще подольше видео. Ведь я буду видео всегда просматривать. Ладно, сейчас не смотрим. Сейчас еще несколько секунд. Она просто Алиса включила. Все, выключили, блин, видео. Блин, вот о чем я говорил. Так, окей, начнем мы с этого видео. Всем привет, ребята, это мое новое, это у меня, помню, какое видео. Короче, я же вам рассказывала в той серии, что у меня есть по... Ну, ладно, перейдем, короче, в первую серию. Да? А, не, вот это первая серия. Окей, короче... Сейчас, звук я врублю. Я сейчас на тебя жалобу кину, если София Лобода ты это смотришь. Всем привет. Да ладно. Ради вас, короче, буду дальше снимать. Пожалуйста.
Я же говорила вам в первой части, как сейчас моя подруга называется Софика. Пожалуйста, напишите плохих комментариев, у меня хороших, просто у меня уже 7 подписчиков, а у подруги 8. Сейчас я пересчитаю, на самом деле видео закончилось, а сама пошла на мой канал. Пожалуйста, напишите про меня хорошее. Интересно, что она там посмотрела на своих каналах и на моем. Она решила просто вырубить. И из-за нее, блин, на 10 серии Чикингана у меня начали быть хейты, которые я уже забанил. Первые хейты. Пипец. Но она хоть там хороший комментарий написала. Потому что я ей там наблюдал, что она наделала, блин. Вот у него 179 подписчиков и много видео. Ты серьезно? Зачем ты два раза повторила одно и то же? Я перешла, то есть забыла. Вы задаете вопрос, почему, как она создала канал, если, ну, у нее на телефоне нельзя создать канал. Так она на планшете снимает. Я вообще не могу скачать, потому что на телефоне я буду просить на день рождения новый телефон. Окей, выходим. Что дальше? Вот она везде. Всем привет, ребята, простите, что так долго видео свои снимала, понимаю, вы хотели посмотреть, как я танцую или играю в игры. Ну да, например. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы я на канале не было несколько месяцев. Начала снимать вот эти видео и пишите комментарии. Слушайте, залайкайте просто ее. Это видео. Залайкайте, чтобы она пришла на канал. А иначе, блин, мне просто ничего будет смотреть. Я не знаю. Будет скучно и не будет просто идей для видео. И вообще я соскуфлюсь, скорее всего. Если вообще на улицу не буду выходить. Ну ладно. Это конец. Я люблю. Хапу. 40, 32, 50, 12, 40, 32, 50, 12. Блин, 32, жалко падает, 30, 52, 50, 52, 50, 52. Она что ли выключила это видео и выкинула меня из YouTube канала? А, точно, мы это уже смотрели. За что я обожаю ее канал? Это же какой-то черт, кто тут делает ведьма.
я до сих пор. И сейчас мы скоро победим. Что это там? 40 лет как наркозом. Окей. И сейчас начнется короночка. Две короночки. Все, газ решает. Верни, запускай. Не запускай, надят. Да, пытаюсь уехать. Консерва и его. Рыбка! Укусика! Рыбка! Ты что, меня убить захотел? Нет, у меня глаза! Я меня убью, зачем не могу отдать! Отдай на стену! Ой, блин, как я кинул тогда. Моя хотела! Поздоровь!